Друзья, всем привет! Сегодня приготовим с вами красивый рулет леопардовый. Понадобится нам 5 яиц, 5 столовых ложек майонеза, без большого бугра такого, со средненьким бугорком. Щепоточка соли насыпала уже сюда. 2 столовых ложки муки и 2 столовых ложки крахмала. Крахмал можете взять любой, какой есть. Картофельный, кукурузный. Так, еще для придания темного цвета я возьму немножко щепоточку какао. Это потом отдельно будем откладывать тесто и чуть-чуть подкрасим какао. Для начинки пойдет у нас рыбка красная и сыр. Можно сливочный, можно взять творожный сырок. Еще понадобятся маслины, оливки. Можете просто одни маслины взять. Значит, сначала что делаем? Все хорошо размешиваем. Яйца и майонез с солью. Затем всыпаем муку и крахмал и хорошо размешиваем. В первую очередь, конечно, нужно нарезать маслины на такие вот полуколечки. Я поставила на паузу и нарезала, потому что когда тесто замесим, нам нужно быстренько все это выливать и уже выкладывать рисунки. Так, замесили с мукой и немножко откладываем в эту же мисочку, в которой была мука. Так, чтобы комочков не было, смотрим внимательно. И чуть-чуть отливаем. Вот так, немножко. Ложки буквально 2-3. Добавляем чуток какао. Можно сюда мелко-мелко порезанный укропчик добавить. Я добавлю, вот мне хочется, чтобы коричневое. Я думаю, что какао не даст такой прям вот, как кондитерский привкус, да, такой, как сказать, сладкой выпечки. А просто будет такой темненький цвет. И сделаем мы с вами леопардовый рулет. Все, размешали. И теперь выливаем тесто на пергамент. Пергамент такой, чтобы вот хорошо-хорошо отставало от него, все отлетало. Так, вылили и разравниваем. Примерно этот пластик должен быть, ну, где-то 20 на 30 приблизительно. Разравниваем. И теперь ложечкой выкладываем пятнышки хаотично, побольше, поменьше, в общем, немножко как бы их растягиваем, не обязательно идеально круглую форму. Вот так по всему пластику раскладываем. А теперь из маслин выкладываем вокруг орнамент такой темненький. Ну, кто-то скажет, что а стоит ли заморачиваться, но это уже на ваше усмотрение. Когда хочется кого-то удивить, поразить, то стоит оно того. Пока вот это все мы выкладывали, духовка у нас уже должна нагреться на 180 градусов, режим вверх-вниз. Все, ставим вот эту вот всю красоту, великолепие запекать. Чуть-чуть вот с края, вот с этого, да, видите, я не стала выкладывать, потому что это все пойдет заворачиваться вовнутрь. Так что вот 2/3 завернули, что будет сверху. И все. Так, все, ставим в духовку. Пока выпекается у нас тесто, нарежем рыбку. Рыбку, косточки убираем, сразу прощупываем. Где они есть, стараемся вытащить. Убрать. Она нам... Тут кость-то не нужна. Так. Нарезаем вот на такие тоненькие пластинки.
рыбки на этот пластик уйдет, наверное, штуки две вот таких вот. Две чего? Два кусочка вот такой рыбы. Вот. Сама уже думаю, надо смотреть бисквит там. Выпекся бисквит. Теперь переворачиваем его на другой лист бисквита. Так вот. И пока он горячий, нужно свернуть, на котором выпекался этот пергамент, убираем. И вот на новом листе сворачиваем. Это для того, чтобы он у нас остыл и принял уже форму. Вот так вот, чтобы он уже остывал в таком положении. Все, оставляем остывать. Так, теперь разворачиваем. Смазываем сыром. Выкладываем рыбку. В середину можете что-то положить вот сюда. Можно зелени порезать. Да и вообще на весь вот этот вот пласт просто посыпать зеленью. Тоже будет очень красиво. Ну а теперь выкладываем рыбку. И если у вас ее прям много, достаточно, можно ее выложить вот вдоль, как хотите, в общем, чтобы она была видна хорошо на разрезе. Поплотнее, это уже кому как позволяет бюджет. Вот так и выкладывайте. Можете икрой засыпать красной. Но мне кажется, сейчас мало кому позволяет бюджет на икру. Сегодня пошла в магазин, смотрю, уже цены подскочили на продукты. А еще Новый год-то и не наступил. А потом и еще подскочит, когда наступит. Что-что, а это моментально. Так, в общем, вот так вот выкладываем рыбку и заворачиваем. Хорошо все прижимаем, обворачиваем его вокруг и уберем в холодильник, чтобы он постоял, пропитался. Ну, часа на два можно убрать. Итак, друзья, полежал рулет в холодильнике, я его нарезала, режется отлично, просто уже это... Не стала это снимать. Нарезала, выложила. Вот такой вот он. Хорошо держит форму. Прекрасно. Но рыбки надо побольше, конечно, сюда, чтобы каждый слой был красненький такой. Вот. Вот такой вот рулетик. Сверху такой необычный. Красивый. И очень вкусный. Само тесто очень нежное такое, приятное на вкус. Ну и сыр с рыбкой. Это просто замечательно. Все. Вот такой рецепт. Делайте. Очень это вкусно. Необычно смотрится. Ну и делать его, я бы не сказала, что сложно. Запекался этот бисквит у меня, наверное, минут 7 от силы. Сразу в горячую духовку только его надо ставить. В разогретую уже вот сделали и в разогретую поставили. И все, он быстренько запекся. Он же тоненький. Все отлично. И очень вкусный. Понравился мне. Нежненькое тесто такое, белое получается. Все, на этом с вами была Наталья. Всего вам самого наилучшего желаю. Делайте, пробуйте, ешьте с удовольствием. Делайте все красиво. Все, всем пока!